Ребят, я просто расскажу, что происходит. Мы заводим копейку сегодня, откапываем ее. И на летней резине все-таки мы решили отправиться в сервис, чтобы посмотреть, что с машиной. Мы недавно ее заводили и заметили, что из копейки вытекают все жидкости, которые только здесь присутствуют. То есть тормозуха, масло, антифриз. Все это вытекает. Почему? Почему нафиг так? Может быть, потому что она всю зиму простояла на холоде, на морозе, и для нее травматично в мороз заводиться. Вот, может быть, какие-то прокладки отъехали и так далее. Так что мы сейчас поедем ее тестировать. Поставим на подъемник, посмотрим все дыры, которые за зиму могли появиться в днище. Посмотрим вообще на состояние автомобиля и куда на нем можно дальше двигать. Короче, к нам приехал наш друг большой на вот этой квадратной тачке и предлагает нам дернуть копейку. Но у него коробка автомат, и мы очень боимся того, что потом нам придется продавать копейку и покупать ему коробку. Итак, мы заводим нашу малышку. Так. Так, у нас заводится. Спустя сколько? Полтора месяца? Давай. Давай. Вытягиваем подсос и... Давай. Чё ты не хочешь? Вырежем? Там бензин-то есть? С третьего раза. Да. Влад! Ваши ощущения? Я счастлив, она завелась, друзья, ура! Вил, машина стояла всю зиму и не заводилась. Как ты считаешь, это нормально, когда с третьего раза завелась наша машина? С третьего, ребят, с третьего. Печка течет, короче, серьезно. И хрен его знает, что там делать. Краник, наверное, сломался. Может быть, здесь видно, может, не видно. Вот что происходит. И в конце видео мы расскажем, сколько стоит ремонт этого автомобиля на сегодняшний день, исходя из того всего, что здесь сломалось за зиму, пока машина стояла. Я посмотрел на эту машину по-другому и понял, насколько она дорога для нас, для всех, для нашего проекта DJ Market TV, для всех участников, для меня лично, после всех тех эмоций, которые мы испытали, пока ехали в Стокгольм, и понял, что лучше не выручить денег за нее, а просто сохранить, привести в порядок. И я сейчас в больших раздумьях нахожусь, если честно. Нам всем очень дороги все эти надписи на автомобиле. Но машина конкретно гниет. И приезжал жестянщик, оценивал вообще состояние автомобиля. Но с кузовом надо разбираться, пока совсем в дырку не превратилось. И я не знаю, что делать. То ли все это дело стереть и в идеал кузов привести. Нашу работу эту всю полностью оценили в 100-150 тысяч рублей. То ли так и оставить в память. Что вы бы сделали в этом случае? Сохранили бы ее такой или отреставрировали кузов? Может быть, лаком покроем все эти надписи, чтобы дальше ничего не выцветало и так далее. Не трогай там ничего, она тебя сожрет. Пошла. Ну? Чтобы да она не, мы выехала не доедем отсюда. На такой резине, вы чего? Доедем здесь рядом. Доедем здесь же. Автосервис рядом, братан. Влад, давай газу вперед. Он даже тронуться не может. Назад. Я не видел. Кардан, короче, нам установили какой-то не самый ровный. И когда до 80 км в час разгоняешься, во-первых, ощущения начинаются, как на BMW на 240 км в час, и, во-вторых, потрясывает, короче, немножко. Какой-то звук дурацкий появляется. Поэтому, я думаю, может, коробку на пятиступку поменять просто. Это было бы идеально. ДСГ, пятиступка. Да, да, да. Тем более вопрос 6 тысяч, как бы... Ну да, там 6 тысяч плюс замена. Ну, пусть десятка идеальная коробка будет стоить. Лучше поменять, короче, реально. Чтобы удобнее было на ней ездить. Карбоновый кардан. Все-таки, чтобы не 80 ехать, а 110 хотя бы максимум, блин. Потому что уже чувствовалось, что на четвертой скорости 150 градусов. На четвертой скорости уже не хватало, короче, еще одной передачи. На четвертой 80 едешь, и вот пятую воткнуть охоту уже, вот чтобы ей легче было самой. Да, и за счет того, что мы перегружали двигатель, ну, на четвертой, допустим, там 90 ехали, у нас расход поднимался. Расход очень большой. Да. То есть, если на третьей едешь там
60 километров в час, да, на 4-й 60 едешь, что нормально, там 5-6 литров расход. А когда на 80, на 4-й передаче, то уже вообще уже понимаешь, что стрелка уже на глазах ложится просто, и все. В Стокгольме просто 4 бомжа завалились на копейки, такие пуховика. Был момент, знаешь, какой? Мы подошли к строителям каким-то, да, строители на улице стояли, и... Мы подошли к ним, чтобы узнать, где наш хостел находится, короче, где наша улица. Потому что навигатор тупил. И в этот момент мы поняли, что мы выглядим хуже строителей в Стокгольме, отвечаю. Они такие накачанные. В пуховиках. У нас уже к этому моменту, пока мы доехали, борода отросла, короче, серьезно. Мы нормально не мылись. Подошли к этим строителям, мы просто сами офигели, поймали мысль, что строители... Красавцы, двухметровые мужики в униформе. Мечта всех баб, короче, серьезно. Да. День на самом деле очень-очень знаменательный. Все-таки машину мы откопали, мы на ней едем. Идеально она себя ведет, только жидкости текут отовсюду. Была очень большая проблема найти сервис, который возьмется за такую машину. Имейте, пожалуйста, в виду, если вы собираетесь покупать себе старый автомобиль. Меня знаешь, что всегда удивляло, чувак? Да. Зачем на заправочных станциях, да, в России, такие гигантские здания? Вот здесь, да, одно окно, которое принимает деньги. А зачем им остальные 600 квадратных метров в этом здании? Слава богу, мы доехали до заправки хотя бы, потому что у нас не было вообще бенза никакого. На воздухе ехали. Все, приехали! Давайте познакомимся. Да. Это Айрат. Это я. А почему мы приехали непосредственно сюда? Потому что ребята занимаются конкретно профессиональной подготовкой автомобилей, классических наших советских, гонкам. Она вообще заряженная, да, прям? Ну, это подготовлено. Кстати, она подготовлена как бы... Она с классическим мотором, как у тебя, но... Но есть определенные техтребования, определенные хитрости, так скажем. Здесь порядка 120-130 лошадиных сил. Жескач без турбины? Нет, без турбины. Без турбины, просто мотор, атмосферник 120-130 сил? Объем 1600, вот, ага. 120-130 сил. А я слышал, что нам можно двигатель тоже поставить какой-нибудь другой, тоже вазовский. Это же реально 1.6 запихнуть туда? Не вопрос, можно поставить 1.6, можно его сделать 1.7, и можно даже сделать его 1.8. Тогда получить хороший момент, либо хорошую мощность, все, что нужно. Но в твоем случае для путешествия нужно собирать в первую очередь надежный мотор. Ну да, я согласен. У нее мотор уже капитальный был на тот момент, когда мы ее брали. И на кузов внимания не обращали, потому что понимали, лишь бы только двигатель довез, по большому счету. Айрат, я доверяю тебе ключи. Давай пойдем за тачкой, да, и сейчас, загоняем ее. Сейчас, да, машинку загоним на мойку, а потом уже на подъемник и посмотрим, что с ней стало за зиму. Я думаю, пройдет какое-то время, и все будет в порядке. Учились ее ремонтировать сами. А, кстати, хочешь коры? Давай. Ни разу ничего не сломалось, даже не заглохло за 7 тысяч. Я не удивлен, на самом деле, эта тачка такая... По факту, если ее обслужить и нормально смотреть за ней, она не ломается. За зиму я боюсь, что реально что-то могло просто отъехать. Ну, есть, знаешь, большой процент некачественных деталей. Деталей. Да, из-за этого машина, в общем-то, ломается. Если использовать хорошие запчасти, то надежно. То есть мы столкнулись с этим в спорте. Ребят, я безумно рад, знаете чему? Тому, что машина попала к знающим людям в руки. Я доверяю этому сервису на 1000%. Ангар 16. Ребята профессиональными гонками занимаются и знают толк в советской классике. До скорых встреч. Тут подмяли, а тут горбик такой. Не к чему цеплять подъемник. Капиталку еще надо будет делать. Знаешь, там просто друг за другом все затягивает. И вот это как бы у тебя такой момент, это то, что заднюю подвеску часть держит. Посмотрим натяжение цепи, состояние по цепи. А тут как стыковать, тут сейчас зачистишь, тут даже не приваришься. Чтобы привариться, нужен металл.